Сегодня хочу вам прочитать стихотворение. Это стихотворение мы учили с мамой, когда мне было 10 лет. И я до сих пор его помню. Удивительно, что такой выбор. Мама сказала: доченька, учи стихи, а то мозги пропадут. Поэтому вот учу стихи постоянно. Итак, стих. А я когда-то думал, что седые не любят, не тоскуют, не грустят. Я думал, что седые, как святые, на женщин и на девушек глядят. Нет, у седой реки все те же чувства, все та же быстрина и глубина. О, как меня подводит седина, не избавляя от земного чувства.